Авторитетные международные рейтинговые агентства подтвердили высокий уровень надежности экономики Ленинградской области. Выставленная оценка означает достаточную кредитоспособность региона. Это позитивная деталь накануне Петербургского экономического форума, которая может расширить круг потенциальных инвесторов. Хорошее, на мой взгляд, сравнение экономистов. Высокая оценка рейтинговых агентств – это как если бы спортсмен прошел квалификационный отбор для участия в соревнованиях. Считайте, Ленобласть к ним допущена. На самом простом варианте это то, как если бы вы пришли в банк и оценили бы вашу кредитоспособность как заемщика. В зависимости от вашей зарплаты, ваших других доходов, вашего имущества, предыдущих, скажем так, выполнения предыдущих долговых обязательств. Это примерно то же самое. Да, вы придете просить кредит, вам скажут, в зависимости от того, насколько вы хороший заемщик, будет и определенная сумма кредита, и проценты, которые вы должны будете платить. Это очень похоже, потому что вот эти рейтинги, они показывают способность выполнять свои, допустим, в данном случае субъекта Федерации Ленинградской области, выполнять свои обязательства, выполнять свои финансовые обязательства. Единственные риски, которые ФИЧ рассматривает для финансов области, это риски для всей финансовой системы нашей страны. И это связано с международными факторами прежде всего. Это связано с санкционной политикой, связано с недостаточным резервированием в ЦБ, которое может быть, и с волатильностью курса национальной валюты. То есть вот эти проблемы, да, они рассматриваются ФИЧ как возможные риски для региона. Но это прежде всего, еще раз говорю, на фоне риска всей страны. Сама Ленобласть оценивается крайне позитивно. В правительстве области экономическую позитивность подкрепляют цифрами. Вот пример инвестиций в основной капитал предприятий региона. В этом году они выросли на 30%. Больше всего вкладывали в строительство цехов, производство машин и оборудования. Опираясь на статистику, власти говорят о 47-м регионе как о территории для стабильного и успешного ведения бизнеса.